Адмиралтейский район открыл сезон летних детских лагерей. В 235-й школе в честь начала заезда устроили большой спортивный праздник. Впервые за 5 лет Арсений Новиков не поехал на каникулы на дачу. Родители предложили ему отдохнуть неделю в летнем лагере. Спустя сутки пребывания здесь подросток решил остаться на весь заезд. Я вот в этом году решил пойти в лагерь, чтобы поиграть там с друзьями, а не в компьютере сидеть. Мне здесь очень нравится. Очень круто. Летний лагерь 235-я школа открывает 9-й год подряд. Дети сюда съезжаются со всего района. В этот раз набрали отрядов больше, чем обычно. 180 воспитанников с 1 по 9 классы. Играть с друзьями – это всегда полезнее, чем сидеть дома, заниматься только планшетами. Это, во-первых. Но прежде всего это безопасно, потому что родители на работе, а здесь ребенок досмотрен, накормлен. Маленькие детки у нас даже спят. Волейбол, футбол, баскетбол, веселые старты. Программа каждый день разная. Кроме спортивных мероприятий, для детей организуют краеведческие экскурсии, уроки рисования, хореографии, информатики. Есть специальные занятия для детей с ограниченными возможностями. Летний лагерь в 235-й школе будет работать до 24 июня.